В каком городе мы находимся? В Белгороде. В Белгороде. 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 Белгород. Россия. Что за город такой? А вы не местный? Город первого салюта. В Белгороде 5 августа 1943 года был дан первый салют за историю Великой Отечественной войны. Белгород – это мужество и славы. И героизма, и прогресса. Ну и что еще можно сказать? И цивилизации. Это большой, старый, красивый город. Очень красивый город, как вы можете сами видеть. Да, у нас очень красивый город, очень зеленый, очень чистый. Очень много к нам приезжает гостей. У нас очень много приезжих. Коренных белгородцев, я думаю, так же, как в Москве, уже остается все меньше и меньше. Азербайджан – моя родина, но это стало родиной, это мне. С Ленинградской области. Из Израиля. Да, ну? Да, вот. Я местный, я из этого города. Город у нас замечательный. Белгород мне понравился еще в советские времена, а сейчас он очень похорошел. Красивый, в расцвете сил, в расцвете цветов. Народ дружелюбный, в принципе. Ну, как бы, не конфликтные, это точно люди. Люди какие? Очень добрые, отзывчивые. Высокие и красивые. Высокие и красивые, как я. Кто-нибудь о Витебске знаете? Ну, то, что это такой город, слышали, больше ничего. Слышали, да. Что за город, что о нем знаете? Ну, про Витебск мы знаем, что это Белоруссия. Да. Ну, Белоруссия – это, прежде всего, красивое слово «Белоруссия». Сейчас видим, что много товаров очень стало из Белоруссии. У нас стали открываться фирменные ваши магазины, молочную продукцию поставляют. Вот что мы знаем. В Беларуси какие-то красивые люди. Мне кажется, они все блондины, нет? Не знаем, но хотелось бы очень побывать у вас, посмотреть, что же у вас интересного. Ну, есть, знаем такой город Витебск, но ни разу не был, не могу ничего сказать. Плохо. Пригласите, приедем. Приглашаем. Все, едем, когда? Когда едем? С вами. Утром. Завтра утром, все, едем в Витебск.